Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся в студии «Ручные вещи», и сегодня вместе с Аленой Коткиной будем делать елочку из сизали. Для работы нам потребуется сизалевое полотно, пустые баночки из-под гуаши, деревянные палочки, клеевой пистолет, гипс и разнообразные бусинки. Я буду отрезать от полотна полоски. Первая полоска будет размером 12 сантиметров. Следующая полоска будет на 3 сантиметра меньше. Так я отрежу 5 разных полосок. То же самое сделает Алена, только из сизали зеленого цвета. Полоски мы нарезали разного размера. Также я сделала заготовки для нашей елочки. Я взяла пустые баночки из-под гуаши, вставила в них палочки и залила гипсом. Сейчас мы вместе с Аленой начнем нарезать наши полоски на треугольники. Начинаем мы с самой широкой полоски. Сначала мы эту полоску разрежем на квадраты. Делаем мы это на глаз приблизительно. Затем эти квадраты мы разрежем по диагонали. У нас будут получаться вот такие треугольники. Итак, большую, самую широкую полоску мы нарезали. Сейчас готовые треугольнички будем нанизывать на наши палочки. По центру, так, чтобы кончики смотрели в разные стороны. Кончики должны загибаться вверх. Обратите внимание, что острая часть палочки у меня находится сверху. Так легче нанизывать сизаль. Итак, самую широкую полоску мы разрезали и нанизали на палочку. Теперь переходим к полоске поменьше. Делаем то же самое. Вот какая елочка получилась у меня. Сейчас мне нужно декорировать горшочек. Для этого я беру ткань, в моем случае это флис, и буду вырезать полоску такую, чтобы она скрыла стаканчик. Также я вырежу звезду из флиса для елочки. Она должна быть двойная, поэтому ткань я сразу складываю напополам. Для Алёниной елочки мы возьмем флис вот такого цвета. Вот такая звездочка у нас получилась. Сейчас нам потребуются клеевые пистолеты. Если палочка осталась слишком большой, мы ее отламываем. Если
пистолет у нас разогрелся. И сейчас мы аккуратненько обклеим горшочек. Две половинки звездочки мы приклеиваем с разных сторон палочки. Ну вот, наши елочки почти готовы, осталось их украсить. Для этого мы будем использовать разные бусинки. Вот такие елочки у нас с Аленой сегодня получились. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю творческих успехов в новом году и приглашаю к нам в студию, которая находится в доме быта на Попова 14, третий этаж, называется «Ручные вещи».